Так, ребят, всем здорово. Сегодня покажу вам такой рецепт домашнего вина из слив. Такие вот сливки насобирал. Видите, они уже с первой уже аж лопаются, мягенькие, сочные. В принципе, сливы можно брать любые, какие угодно. Главное, чтобы они были с первой. Если вы купили на рынке, они такие твердоватые, оставьте их дня на 2-3, чтобы они немножко стали мягче. Сейчас мы отделим сливу от косточки. Ну и дальше покажу вам, что будем с ней делать. Так, ребята, вот сливу перерупали. Сейчас ее надо перебить в пюре. Буду делать с помощью блендера. Это легко и просто. Вот так вот. Ну вот так, вы видите, блендер справляется отлично. В общем, сейчас я все это дело перетолку, покажу вам, что делать дальше. Так, ребята, такое пюре получилось. Сейчас я его возьму и перелью в ведро для того, чтобы понять, какой объем. Вот. Теперь смотрите дальше. Я беру вот такую миску. Вы берите любую емкость, какая у вас есть. Вот видите, у меня здесь сливы получилось по первую полоску. Вот я ее сюда выливаю. И сейчас ровно столько же набираю свежей чистой воды. У меня с колонки, вы смотрите сами. Ну, с-под крана не стоит это делать. Берите там или отстоянную воду, или фильтрованную. Так, набрал воды, такой же объем. Сливы. Все это дело заливаем, накрываем крышечкой и относим в темное место, где-то градусов, чтобы 18-25 было, дня на 2-3, и желательно 2-3 раза в день это все дело перемешивать. У вас поднимется шапка такая со слив, ее надо опускать на дно чистой рукой, либо какой-то мешалочкой. В общем, перемешивать хорошо, тщательно, чтобы все наше дело начало бродить. Ну, в общем, через 2 дня встретимся, покажу, что делать дальше. Прошло у нас 2 дня. Сейчас покажу вам, что процесс идет правильно. Вот когда правильно, сейчас попробую, чтобы свет был. Нужно, вот, видите, на поверхности появляется пенка такая вот. Это означает, что все идет правильно, и уже запах такой пошел дрожжевой. Значит, дрожжи наши работают. То есть завтра все это дело будем процеживать и заливать бутыля. Ребят, прошло 3 дня. Вот такой вот субстанция у нас получилась. Видите, да, пенка, то есть все это бродит, все отлично. Сейчас наша задача отделить пюре от самого сока. Взял я вот такое сито меленькое. Это сито вообще мед, когда чистят там от пчел, чистят мед. В общем, такое меленькое сито. Сейчас сначала через него попробую отделить более крупную фракцию, а потом вот у меня марля, все это через марлю будем потихонечку цедить. Все это долго, неудобно, но это придется делать. Вот, вы видите, да? Сок отделяется. Ну, так сказать, через сито сейчас сделаем грубую чистку, а потом уже через марлю буду процеживать более, так, детально, скажем,
чтобы уже сок получился чистенький. Ну и покажу вам результат, что должно получиться. В общем, сейчас через сито, сейчас возьму ложку, буду помешивать, чтобы оно все туда выливалось, что оно забивает сетку. Ну и так все, а потом, как я уже говорил, будем через марлю. Так, ребята, через сито пропустил, смотрите, что получилось. Вот такой вот сок, но все равно там еще частички виднеются. Сейчас будем через марлю это все дело выгонять. Видите, сколько еще на марле остается всего вот этого добра. Ну и опять потихонечку все это дело процеживаем, уже чистый сок процеживаем. Опять таки процесс долгий, так что запаситесь терпением. Все, ребят, процедил через марлю. Вот такой вот сок у меня вышел, видите, уже жиденький, прозрачненький. Отлично. Вот. И вот такое вот количество. Вот тут у меня марля. И здесь же вот это вся вот тут, видите, да, вот все это пюре. Я пошел сюда. Вот у меня 20-литровое ведро. Здесь где-то, ну, чуть больше 10 литров точно. Так, дальше, ребята, вот наш сок полученный. Сейчас будем добавлять сахар. Вот 10 литров я буду добавлять килограмм. То есть по 100 грамм на каждый литр. Смотрите, кто любит сухое вино, 100 грамм на литр. Кто полусладкое, грамм 200-250. И кто любит сладкое, 300-350. Я буду делать полусладкое. У меня все такое пьют и любят. Ну, я не буду вносить сразу весь сахар, то есть я сейчас внесу килограмм и потом еще полтора килограммчика я внесу, когда буду снимать осадка и ставить дображивать. То есть сейчас добавляем сюда сахар, все это тщательно перемешиваем. Я буду выливать. Вот у меня бутыль я приготовил, вот такая вот крышечка с гидрозатвором, сюда заливается водичка, очень удобно. Вот так вот. Так, ребята, вот сахар перемешал, залил бутыля. Вот что у меня получилось. Видите, такого оно мутненького цвета еще. Ну ничего, оно все отстоится, упадет в осадок, все будет красиво. Крышечкой одел, водичкой гидрозатвор залил. Очень удобная крышка, рекомендую на вот такие бутыля, у кого горлышко широкие. Главное, следите, чтобы здесь всегда была водичка. Все. Недельки через две, я думаю, ну, в зависимости от ваших условий, смотрите сами, когда здесь будет осадочек такой, оно будет чуть-чуть осветлиться, выпадет осадок, мы будем его снимать с осадка и добавлять еще сахар. Ну, это все я покажу дальше. Тут вот он у меня белый виноградик, видите, поставил вчера уже. Тут с розового тоже уже. Начал давать, здесь просто не сильно еще тепло, но процесс уже пошел, бульбашки идут. Ну и здесь все у меня. В общем, так оставляем в темном месте желательно, при температуре 18-20 градусов. У меня здесь просто температура пониже, но это не страшно. У меня здесь температура пониже, это не страшно, потому что, ну, просто дольше будет процесс идти. Так, в принципе, чем включимся, когда будем снимать осадка. Так, ребятушки, прошло где-то 3 недели. Вот такой осадок у нас выпал. Видите, да, сколько жмыха осела, хоть мы его и цедили. И он в большом бутыльке. Наверное, камера, конечно, не передает всей красоты. И свет здесь не очень, но тем не менее. Вот у нас здесь прозрачный такой, янтарного цвета уже, ну, уже
можно сказать, вино. Сейчас мы будем снимать с осадка и по вкусу добавлять сахар. Ну, я добавляю по вкусу, а там можно, если крепкое, не крепкое, там, смотрите, 100, от 100 до 200 грамм на литр, ну, сока, да, уже чистого, скажем так, будем пробовать. Все, сейчас снимаю с осадка, покажу, как это будет выглядеть. Так, ребят, вот с осадка сняли. Вот я перелил 2 трехлитровых банки, вот так вот получилось у меня. Ну, литра 4,5, 4, наверное, вот так примерно. Да, немножко он помутнел, ну, ничего, оно еще раз отстоится. Там может еще какой-то мелкий осадок выпадет. Ну, в принципе, вот так вот оставляем на дальнейшее брожение. Так, ребят, всем еще раз привет. Вот пришел я в свою винную лабораторию, скажем так. В общем, результат по сливовому вину. Прошло у нас энное количество времени. Вот так это дело выглядит. Ну, на банке не сотрите, они просто немного тут покрылись пылью. Сколько бродило? Ну, где-то 2-2,5, может, месяца. Смотрите, у меня здесь просто прохладно было, поэтому брожение было медленное. У кого, может, в помещении теплее, тогда быстрее все произойдет. Ну, у меня как-то так вот прошло все, брожение прекратилось. Ну, и показываю вам результат. Я уже, честно сказать, попробовал, не удержался. Аромат, конечно, ребята, обалденный. Вот вам покажу на просвет. То, что получилось у нас. Видите, все прозрачное, никакой мути. Но вино такое тяжелое, его прям льешь, оно как ликер такой тянется. То есть не водянистое, а такое прям, не знаю, можно было еще его водой, наверное, водяжить. Ну, классно. Очень вкусное, очень ароматное. Но такой непривычный вкус, конечно, если сравнивать там с виноградным вином, да. Но очень классный. То есть у кого будет лишние сливы, попробуйте, не пожалеете. Ну, вот такой вот рецепт, кому может было полезно. Всегда пожалуйста, какие-то вопросы. Как обычно в комментариях. Все, всем счастливо и пока.